Вот такая у нас ящик для инкубации, так скажем, цыплят. Курица будет возможность сегодня выходить, заходить, попить, поесть. В общем, поставим мы ее в сарае в укромном месте, чтобы ее никто не беспокоил. Перенесем, сейчас посмотрим, что с этого получится. Погнали переносить. Яйца теплые. Примет оно новое место или нет. Дело в том, что, знаете, как закон подлости. Когда не надо, она начинает садиться на яйца. Не сгонишь. Когда надо, чтобы сидела, любой шум для нее, видите ли. В общем, посмотрим. Пока посадим, можно будет через пару дней, да завтра, выпустить ее зерно поклевать. В общем, а сейчас посмотрим, примет ли она новое место. Но пока вроде хорошо сел он. Тут тоже момент такой, что, о, видите, гнездышко себе делает. Я думаю, все получится у нее и у нас. Потому что если она еще толком не села на яйца и ее спугнул, то она, скорее всего, бросит их и уйдет. Если она уже присидела их там какое-то время, то, видите, она более-менее спокойно себя ведет. Есть большой шанс, что она их будет довысиживать, скажем так. При этом не забывайте, что самый лучший инкубатор – наседка. Наседка всегда выходит потом своих птенцов. И лучше, чем наседки, инкубатор не придумать. Яиц у нее, видели, много, в принципе, было. Надо будет посчитать потом, на видео глянуть. Ну, в принципе, пересадили, посмотрим. Яйца были все вроде теплые, холодных не было. Хотел просветить, но думаю, чтобы ее сильно не травмировать. И время, так скажем, перехода у нее не занимало долго время. Мы ее максимально быстро все это сделали. Еще посмотрим, что с этим всего получится. Поэтому подписывайтесь на канал, пожелайте удачи курочке. Всего доброго.